Итак, друзья, добрый день. Ну и сегодня я продолжу рассказывать, как же вывести себе пару халявных скинов с различных сайтиков. Это видео поделится также на две части, но теперь первая часть это будет разбор первого видосика, вот, а вторая часть это уже сами сайтики. Я решил не вставлять сюда рулетки, ну такие обычные рулетки, потому что, ну, решил не вставлять их, просто решил не вставлять. Вот, поэтому я добавлял только те рулетки, на которых есть еще какие-то игры. Вот, потому что рулеток и так на халяву, я думаю, их каждый сам найдет без проблем. Итак, для начала начнем с первой части. Сейчас на своих экранах вы видите, скорее всего, скриншот из магазина CS Lottery. Прошу прощения, без Go. CS Lottery. На нем видно, что там есть скины, которые стоят дешевле 10 рублей. Вот, поэтому не надо мне там кидать на почту всякие вопросы о том, что ничего там не появляется. Да, есть некоторые магазины, мы еще поэтому поговорим по этому поводу. Буквально через минуту. Итак, CS Lottery Shop. Вот все, в принципе, с него выводится. Я с него выводил. Это мой аккаунт, все нормально. Я еще в Steam потом покажу. А, вот первый... rollcsgo.ru, а нет, это не он, с него тоже все в порядке выводится, все вообще без проблем. EasyWin тоже выводится, но здесь есть такая проблемка, ребята, если вы что-то выводите, к примеру, несколько шмоток, выводите сначала одну, потом подтверждать ее через Steam, потом выводите вторую, потому что хромированный кейс мне так и не пришел. Вот, потому что когда вы сразу накупаете много, половина вещей не доходит. Но, в принципе, тут об этом написано вот в такой. Я просто дурачок не прочитал, вот, а всегда надо читать. CS GO POT. С него очень тяжело вывести. В каком плане? В том, что вам реально надо, ну, будет играть. Вот, но здесь рулетка рабочая. Я заработал 8 вот таких вот бриллиантиков. Казалось бы, мало число, но я реально долго играл, вот, и вывел M4A1S. Это, напомню вам, рулетка 1.4.1S скоростного зверя. Вот, это, я напомню, рулетка простая. Я просто ждал, пока вот здесь скопится 3 числа, а потом ставил, к примеру, там 10, да, монеток. Вот, если выпадало на черную, если выпадало опять красное, я ставил 20 монеток на черную, если выпадал еще раз красный, я ставил 40 монеток на черную, и потом в итоге выпадал черный, и я всегда оказывался в плюсе. Но у моего друга он так играл, и, к сожалению, у него закончились все деньги, поэтому он поставить ничего не смог. Вот. Но раз на раз не приходится. Далее, CS GO House. К сожалению, тут я не нашел посмотреть... А, нет, вот она прямо наверху, вот я идиот. Тут тоже все выводится. Вот она, УЗИХа и статрековский СГ. Единственный, самый говнястый сайт из всех, который оказался, это King Royale. С него тоже все прекрасно выводится, но магазин пустовал 5 дней. 5 дней, неделю в этом магазине ничего не было. Вот со времен предыдущего ролика. И они залили здесь спустя 5 дней, но опять одно говно, вот, поэтому я пока выводить ничего не буду, не знаю, вот, но с него я тоже выводил, вот, история моих покупок, вот, но тут все это был ширпотреб, я его выводил только для того, чтобы, ну, знаете, там, по контракту обменять. Итак, все, на этом, я думаю, можно закончить, сейчас мы еще, вот, собственно говоря, в доказательство того, что я никого не обманываю. Хотя, я думаю, и так мало кто думает, что я кого-то обманываю, потому что, в принципе, только дурачки так думают. Тут всем все понятно. Вот, я все выводил. CS GO House. Вот, поэтому CS GO POT. То есть все выводится, все шикарно работает. Все, друзья, к этой теме, я думаю, в следующий раз мы уже возвращаться не будем, потому что я, естественно, не имею цели никого обмануть. Вот, а наоборот, пытаюсь вам только помочь. Итак, ну а теперь к самому интересному, друзья. Новые сайтики. Новые сайтики я подобрал для вас. В этот раз я перерыл еще большую кучу говна, просто вы не представляете. Вот, но в итоге я нашел несколько хороших сайтов, и один нашел невероятно офигенный сайт. Я вам реально покажу, я прям охерел. Вот, я его даже специально выделил под конец. Вот, но начнем с простого. Для начала CS рулетка CS GO Cash. Вот, на ней, в принципе, система такая же, как и на предыдущем было видосе, как и в CS Lottery. Вы заходите в партнерочку. А нет, заходите, значит, вы бросаете один предмет.
выигрывать или проигрывать, неважно, вводите партнерочку и получаете какое-то определенное количество денег. Это полный клон CS Lottery. Полнейший клон. Кстати, сейчас тут тоже нету скинов, которые были бы дешевле 10 рублей. Но не надо мне кидать всякие предъявки того, что тут скинов не бывает. Бывают, ребята, бывают. Я 2 минуты назад заходил, здесь был ширпотреб. Надо только ждать. Терпение. Итак, едем дальше. CS GO Hill. Собственно говоря, здесь вы то же самое ставите один предмет, вводите... значит, кодик, да, в рефералочке, который будет в описании, и затем переходите в магазин скинов. Это все подобные сайты, собственно говоря, друзья, но тут я по поводу скинов, к сожалению, ничего не могу сказать, будут тут дешевле, нет, но то, что они тут обновляются хотя бы раз в 2 дня, это точно, потому что тут были совершенно другие скины, может быть, просто шир быстро выносят, но на этом сайте посещаемость больше, чем, к примеру, на том, котором я показывал вот только что, CS GO Roll, или как он называется, говно, короче, который. Вот, тут все работает. Итак, следующий сайт — это CS GO 50, что ли. Итак, переходим на этот сайтик, нажимаем Free Coins. Здесь мы вводим кодик, который я укажу в описании. И вам будет на счет зачислена денежка, которой у меня, к сожалению, нет. Здесь мы нажимаем плюсик. Ну, денег у меня, конечно, нет. А в чем, значит, суть? Суть в том, что вы будете играть... значит, в 50 на 50, да, то есть вот в монетку, во-во-во, блин, у меня денег нет, поэтому просто будем смотреть. Вы нажимаете присоединиться, или там что-то было написано, и ставите ставку, либо на синюю, либо на желтенькую. Ставите, к примеру, да, 0,5, и выбираете там синенькую. Если выпадает синенькая, вы забираете 0,10, если выпадает желтенькая, то вы, значит, лох. Вот, но если вы тут поиграете, то, в принципе, вывести отсюда можно. Вам надо выиграть не так, ну хотя относительно много, конечно, но если вам будет фартить по-крупному, то, в принципе, немного. Вот, допустим, вот этот вот Desert Eagle или Tech-9, но он уже статтрековский. Вот, поэтому, ну, кому надо, играйте, кому не надо, не играйте, собственно говоря, дело ваше. Далее CS GO AIDS. Наверное, правильно. Здесь я его почему выделил? Здесь есть еще игра, как Blackjack, Jackpot и еще какое-то говно. Вот, но я буду по стандарту выбирать рулетку. Итак, заходим, значит, сюда. Здесь мы нажимаем, наверное... вот на этом сайте есть говно тоже небольшое. Вот он, этот кодик, он тоже будет указан в описании. Перед ним поставьте слэш, слэш поставьте и скопируйте. И вот таким образом напишите его в чат и отправить. И вот тогда вам перешлют денежки. Вот, потому что тут реферальный код вводить, по-моему, некуда. Но у меня сейчас написано была ошибка. Это, наверное, потому что это, собственно говоря, мой реферальный код. Вот, поэтому, ну, попробуйте, если будут какие-то проблемы, мне, как всегда, напишите, я попробую в этом разобраться. Насчет вывода, здесь, в принципе, если вы заработаете, то, я не помню, к сожалению, сколько вам дают, по-моему, 300 монеток. Вот, если вы заработаете монеток себе 600, то, в принципе, можно вывести отсюда какой-нибудь неплохой скинок. Едем дальше, это skin2.com. Здесь мы нажимаем бесплатные, значит, эти коинсы, диамонсы, не знаю, и вводите вот сюда вот кодик, который будет указан в описании. Вы вводите его, вам дают 100 монеток. И на эти 100 монеток вы, в принципе, можете играть. Вот. Ну, либо не играть, дело ваше. Кстати, да, я вас вначале обманул, я сказал, что не буду ставить просто рулетки, но эту ставил как исключение, потому что она реально хорошая. Вот, здесь вы, ну, маркет долго загружается, здесь, но в нем шмоток, поверьте, много, никак не могу начать. Так вот, здесь точно можно что-то вывести. У меня эту рулетку мне посоветовал мой друг, и он отсюда выводил какой-то шмот, ну, он здесь в нее сидел днями и ночами, ну, задрот, в общем, рулеточный, вот, поэтому он, собственно говоря, сказал, что эта рулетка подойдет. Да, он так сказал, говорит, эта рулетка вам подойдет. Такое ощущение, как будто намахать на всех захотел. Вот, поэтому вот, собственно говоря, тут от 600 начинается, да, вывод. Ну, то есть скины. Вот, ну, если вам не лень, можете немножко поиграть, при том, что 100 монеток, это довольно неплохо. Но если, конечно, ничего не изменилось.
Далее переходим на два хороших сайта, которые я оставил напоследок. Первый это olymp.use. Тут необычная довольно суть. Вы, значит, заходите по ссылочке, которую вам укажу, вам уже дадут 0,1 монетку. В чем значит суть? Соль. Сейчас это говно не работает. Вы, значит, смотрите, это идет процесс, да. Вы выбираете, либо вырастет, значит, вот эта полосочка, либо упадет. И вот с этого момента, где написано время, она, ну вот, вы ставите, к примеру, да, вот сейчас 0,1 на то, что вырастет. Ну и пошла жара, вот эта полосочка двигается, двигается, сейчас она падает, падает. И вот, короче, с того момента, где вы поставили, ну, к примеру, вот на этой точке, да, вы решили поставить, что она вырастет, и эта хрень начала двигаться, и когда она дойдет до финиша, она должна быть выше той точки, которую вы поставили в начале, и тогда у вас все будет хорошо. Если ниже, тогда все плохо. Вот, но на этом сайте реально можно подняться, я вам отвечаю. Потому что здесь, в принципе, ну, сложного как бы ничего нету, надо только угадывать, и тут, в принципе, процент угадывания довольно большой. Вот, поэтому поиграйте немножечко и что-нибудь выведите себе. К тому, что вывести здесь, в принципе, можно и с, ну, трудиться, в общем, особо не надо. Сейчас, может, даже посмотрим, сколько здесь самый дешевый. Учитывая то, что у вас будет 0,1 монетка. 0,1 монетка. О, блин, надо было отсортировать просто по цене. Но я уже почти дошел до финиша, так что я буду мотать колесиком. Так, 0,1 монетка. Нет, в жопу. Итак, цена. Цена. А, ну тут от. Я ж не знаю. Ладно, все, не будем париться. Сейчас все будет. Учитывая то, что у вас 0,1 монетка. 0,1 монетка. Вам нужно выиграть всего 11 раз. Ну, даже 10 получается, раз у вас уже есть 0,1 монетка. И вывести вот этот МП7. Он даже армейского качества, по-моему. Но если вам понравится, можете попариться немножко и вывести уже что-нибудь знатное. Все, с этим сайтом заходим. И теперь переходим на полный экшен, друзья. Это сайт какой-то, я не знаю, как он называется, и на нем, когда вы заходите, играет какая-то странная музыка. Вот, я потом, естественно, разобрался, как выключить. Хотя, может, уже и не играет. Вот, значит, я зашел, значит, по ссылочке, да, у меня был один банан. Поверьте мне, один банан в этой игре, это просто запредельная цифра. Ну, я имею в виду, довольно неплохая. Вот, но я смотрю, какая-то полоса. И как играть, я вначале не разобрался. Я поставил, значит, весь этот один банан и нажал place bet. Теперь объясняю правила, значит, которые я уже понял позже. Вот эта полосочка, когда вы нажимаете place bet, начинает двигаться вниз. Если вот эти циферки, да, это коэффициент умножения вашей ставки. То есть, если сейчас эта циферка дойдет до 2, я нажимаю здесь стоп. Здесь будет кнопочка стоп, если вы будете играть. И я получу вместо одного банана 2 банана. То есть, если кто-то нажал на сейчас стоп, он получит 3 банана. Тут иногда цифра доходит до 50. Тот, естественно, ставит, к примеру, если 10 бананов, он забирает 5000 бананов себе. А, нет, наврал. Если до 50 10 бананов, это получает 500, 500 бананов. Вот. Но в чем суть? В том, что эта полосочка может остановиться в любой момент, и вы можете не успеть нажать стоп, и, соответственно, всю свою ставку просрете. Но с 1000 бананов здесь вывести ничего нельзя почему-то, но он пишет нельзя. Вот, но я случайно выиграл, и у меня стало 2 банана. Ну, то есть, я имею в виду, с одного банана вывести ничего нельзя. У меня стало 2 банана. Вот, и я такой, нифига себе, 2 банана. И решил попробовать вывести себе что-нибудь. И, друзья, на 2 банана здесь можно вывести довольно неплохие себе скинчики, а потому что сейчас вот здесь вот я выбрал от 50 до 0. Вот представьте, что у вас, да, 2 банана. Вот, полностью 2 банана. Вы можете вывести себе наклейку, к примеру, либо дробовик.
Горелка текилу. Довольно неплохой, он стоит 60 рублей. Вот, но я показал бы с радостью историю моих покупок, но я не знаю, где это сделать. Вот, поэтому я перейду сейчас как раз в Steam и покажу вам историю покупок с этого сайта. Я потратил буквально 2 минуты, я просто не знаю, я просто ставил все бананы, и когда коэффициент доходил до, ну, какого-то определенного числа, маленького совсем числа, я нажимал стоп. Конечно, бывает, что коэффициент там бывает 1.01, и палочка сразу останавливается, да, вот, но я надеюсь, что вам повезет, с вами такого не случится. Итак, посмотреть историю обмена. Сейчас я найду этот сайтик. Вот он называется соц что-то там. Я вывел отсюда, значит, костемолку, АВП бог червей, USP страж, АУК хамелеон, М4А1С василиск. То есть в сумме это стоит 500 рублей. Я потратил на это, бля, 2 минуты, вот серьезно. Поэтому, друзья, обязательно зайдите на этот сайт, поиграйте. Это вообще нечто. Я не понимаю даже, в чем у них выгода, собственно говоря. Вот, ну а на этом все. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. Прошлое видео собрало довольно неплохо лайков для своих просмотров. Вот, я надеюсь, это видео тоже вам понравится. Если оно вам понравится, соответственно, то я сделаю третью часть. Если что-то у вас не работает, есть какие-то вопросы, вы пишите либо в комментариях, либо на почту, либо что-то еще. Я обязательно вам отвечу. На этом всем спасибо и всем всего доброго, дорогие друзья.